Спортивные и детские площадки в этом году открываются по всему городу с завидной регулярностью. Но программа обеспечения спортивным досугом детей действует не только в городе. В селе Верхнеспасское открылась спортивная площадка вблизи средней общеобразовательной школы. Спортивные площадки – это то, что необходимо в каждом дворе, в каждом городе. И вот, после дождичка в четверг, в Верхнеспасском была открыта такая нужная детская спортивная площадка. Волейбольная площадка, разнообразные карусели, горки – все это видеть рядом со своей школой детям в радость. Сергей Сапунов рассказал о значимости спортивной площадки для села. Значение очень большое, потому что такие площадки, они в селах востребованы. Детям некуда пойти, а здесь они сейчас у нас полностью занимаются, играют, занимаются всем видами спорта. Поэтому значение очень большое. На торжественное открытие площадки собралось большое количество людей. Не только школьников, но и взрослых жителей села. Для всех сельчан открытие такой площадки – шаг вперед в развитии села. Приятно видеть, что вечерами на этой площадке играют дети. Появляется такой детский уголок. Но у нас за школой как бы спортивная площадка, там более взрослые собираются. Поэтому сегодня к вам хотелось бы обратиться, чтобы этот уголок всегда находился в хорошем состоянии. Для того, чтобы сюда могли приходить и дети, родители гулять. Но наша задача – таких уголков по селу создать несколько, чтобы сформировать такие центры досуга детей и молодежи. Можно не сомневаться, что детская спортивная площадка в селе Верхнеспасское с утра и до позднего вечера каждый день будет заполнена местной ребятней. Владимир Иванов, Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.